Приветствую всех на канале World War Games. Это игра Panzer Corps. Такая стратегия. В принципе, игрушка достаточно старая, но тем не менее пользуется такой достаточно популярностью, насколько я вижу. К ней до сих пор выходит дополнение с различными кампаниями. Но суть игры, в общем-то, это классическая такая стратегия из гексов, шестигранников. Я думаю, все знакомы. Значит, здесь нам нужно за 24 хода даже не уничтожить противника, а занять все вот обозначенные крестами населенные пункты и объекты. Ну, вот это аэродром, допустим. Это город, тоже аэродром. В нашем распоряжении имеются такие вот набор войск. Сейчас, секундочку. Так. Ну, на самом деле, это миссия учебная. В нашу задачу входит. Так, это пехота просто. Так. Так. Не очень удачно мы сыграли. Так, ага, и все, да? Так, ну игра достаточно сложная. Тут еще такой фактор учитывается. Так. Тут нужно учитывать такой фактор, что войска тебе не просто даются на один ход, ну, в смысле, на одну кампанию. Ух ты. Они переходят с тобой из игры в игру. Вот, и здесь нужно каким-то образом очень тщательно подходить к планированию своих операций. Потому что подкрепление здесь, вот, допустим, не будет. Так. Так, наносим мы. Интересно, что мистер Шмидт тут у нас успешно танки атакует. Так. Нас перехватили. Так, гренадеры. Так. Так.
Так, это у нас гренадеры, у нас они. Так, зенитки. Зениточки, так. Так, это у нас пехота. Так. И не походивших войск у нас, в принципе, не осталось. Так. Так, кто у нас с артиллерии не походило? Так. Нет, это мы оставим. Ага, все. Три части у нас только, но мы их не будем пока трогать. Так, передаю ход противнику. Да, передаю. Предыдущие миссии явно были попроще, так скажем. Так, это у нас пехота. Пробраться здесь не может, да? Так. Так, подожди, откатить тот ход есть. Так. 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 Где тут? Так, переключение с воздуха на землю, да? Так.
Здесь все так неплохо укреплено. Так, здесь мы не добьем, да? Так, так, так. Сложная игра, конечно, очень даже. Так. По минус два разошлись. Так, здесь у нас что? Так. Что, все гренадеры дают? Так. Так, все похоронили. Так. Ага. А, стоп, кто это у нас? Не, вы тогда... Не, вы стойте на месте. Так, дальше у нас что? А это что? А, артиллерия, да? Артиллерия, давайте. Все. Так. А, танкисты же еще не ходили, да? Так, танкисты еще не ходили. Давайте мы танкистов тогда перебросим. Сюда. Так. Так. Ага, о, точно.
захватили мы первый пункт. Так, здесь пехота у нас не движется. Так. Так, стоп. Стоп, 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 подожди. А, сходить уже нельзя, да? Так, ладно. Если у противника это все силы брошены вперед, то значит шансов особо нет. Потому что у меня истрепано уже наше подразделение. Так, что делать? Давайте сначала горный населенный пункт захватим. Так. Здесь мы уже давайте пополним наши части. Все. Так. И давайте куда-нибудь сюда. В горы. Здесь будем наблюдать за обстановкой, так сказать. Так. Так, а здесь пехота. Зря мы сюда, конечно, заслали пехоту. Наша совершенно зря. Боевая история. Герои. Так, здесь за каждой частью еще идет свой боевой путь. Высчитывается. Но, к сожалению, тут так особенности выстроены, что... Так. Переключить на воздух. Особенности игры таковы, что так. О, снесли мы вражеских. Так, все, давайте это мы пополняем. Пополнились. Так. Ну что, добьем тут в лесах этих. Так. Зенитчики нам тут ничего не дадут. Так. Так, отлично. Уничтожили мы танковую часть. Тут я пытался параллель провести, как вот нам считать, что это за подразделения у нас будут. Так. Сошелся, наверное, что за полки считать. Потому что дивизии все-таки более разнородные силы. Так. Танки сюда. Так. Свежий полк, так скажем, пехотный. Так, все. Уничтожили, отлично. Отлично, ребята, молодцы. Так. Так, здесь у нас... Этот у нас на пополнение. Это у нас вообще свежий, да? Так. Наверное, мы сейчас артиллерией поработаем. Так, вот они пополнились тоже. Так. О. Так, отлично. Отлично. Вражеская артиллерия уничтожена. Так, два. Так.
Так, а вот это... Секунду. Вот это что у нас такое? А, флаги 38-е. Так. Так. Передвинем сюда артиллерию поближе. Так, а танки у нас ничего занять не могут, да? Займем мы город и... Так, отлично. Флаги отбиты. Так. Отлично. И у них закончилась ихняя огневая поддержка с воздуха, которая нас может прессовать. А мы атакуем их не танком. Так. Так, все, здесь пехота, мы походили всеми войсками. Ага. А, вот не походили. Сейчас мы... Так, отлично. Отлично. Здесь у нас что? Так, у нас тут ПТРы. ПТРы. Так, здесь у нас все. Все отходили. Все здесь. А, ой, еще вот. Давайте, наверное, нанесем тоже удар по... Запрессовали мы вражеских танкистов. Так. Покупка у нас. Ага, у нас одна дивизия. А, все, мы можем пополнение купить. Давайте, наверное. Так, артиллерия, ПВО, истребители, танки. Танки, танки, танки. Третий панцер. Можем мы купить. И четвертый. 277 на 3080. Давайте четвертый попробуем купить. О. Так, четвертый панцер. Так, здесь у нас... Так, кто не походил у нас еще? Так, кто это у нас? А, кавалерия. Кавалеристы. Давайте. Кавалерия еще роль разведки у нас же играет, да? Так, а вот. Так. Еще кто есть? Так. Это у нас зенитчики. Давайте зенитчиков передвинем вперед. Все, все походили. Давайте. Ход противника. Ну, атаковали танкисты грузовики наши. Ну, в принципе, до реки мы задачу выполнили. Так, 4 хода с 24. Так, 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 так. Пехота у нас умеренно продвигается. Так, давайте пополнимся. Пополним наши части. Вот эти все пополнятся у нас. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Так. Я так и знал, что на засаду нарвались. Блин. Засада. Нафига их туда засунул? Так, ладно. Давайте. Добьем сейчас мы противника. Так, отошли противники. Так, разведка. Так, 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 так. А, ПТшки у нас же стоят. О.
ДТшники у нас. Все. Так, с танками вражескими мы разобрались. Так. Так, кто у нас может? Все, город занят. Так, пополнимся. Танкисты у нас пополнились. Все, сбили мы пехоту противника. Так, давайте, наверное, оседлаем мост. Так, зенитчики. Зенитчики. Так, зенитчики. Давайте, наверное, сюда. Так. Так, вот с авиацией у меня... Так. По авиации надо беречь топливо. Обязательно против... Так, давай. У нас тоже аэродром же, да, вроде? Так. Иначе оно у нас просто попадает. Так, давайте тоже. Так, все. Дальше артиллерия. Артиллерию мы перебросим вот сюда. Так. Я надеюсь, что это нам ничего тяжелых последствий не принесет никаких. Так, это артиллерию мы сюда перебросим. Так, что у нас? А, вот. Так, пехота. Давайте пока мы вас пополним. Так, кавалеристы. Кавалеристская группировка у нас пока сюда передвинется. Танкисты. Танкисты у нас пока все хорошо. Так, пехотинцы. Пополняемся. Так, кто у нас, что там еще остался? Так, да, танки же, танки, подкрепление. Давайте мы танки перебросим сюда. Так, и все, мы всеми походили. Так, купить мы еще кого-то можем. Так, танки, слотов нету на свободных, все, конец хода. Так. Ай, ты ёлки-палки, а. Так, 5 ходов сделано. Что у нас тут-то? А что, все? Заняли мы населенный пункт следующий. Так, модернизация. Нет, давайте мы без этого обойдемся. Так, давайте передвигаемся сюда. Так, что у нас с самолетами? Самолеты. Так, опять могут вылететь, да? Так. Ой-ой-ой, сейчас мы потеряем, наверное, наших. Ой-ой, плохо-то как. Так. Так. Давайте прикрывать будем тогда. Работаем на прикрытие. Так, здесь у нас что? Все, позбивали всех демонов. Так. Так, а на аэродроме самолеты у нас не пополняются, что ли? Вот это плохо. Так, что у нас? Давайте давим артиллерию. Так. Давим артиллерию. Не, стойте, наверное, здесь. Опа. Опа. Так. Так, пополняемся, наверное. Но в контакте с врагом, наверное, сильно не... Блин, они уж мосты к нам закородили, ёлки-палки. Так, ладно. Так.
Отлично. Разбили мы. Так. И прогноз у нас неблагоприятный, к сожалению, по всем параметрам. Так. Давайте сюда. Поближе артиллерию перебрасываем. Так, танки. Танки, танки, танки. Нет, танки эти у нас. Танки у нас эти не пойдут. Так. У нас зенитчики. Так. Кавалерия. Опа! Вон еще кавалерия нащупала там. Так, пехота, пехота. Так, давайте одной пехотный. Один пехотный полк у нас сюда выдвинется, чтобы наблюдать за противником, а второй. Второй мы перебрасываем сюда. Так. Так, танкисты. Давайте вы сюда. Так, вы сюда практически полный полк. Так. А вы, а вас мы давайте пополним пока. Так, не походивший есть. Ага. Так, у нас тут прогноз неблагоприятный, понятно, не будем. Так, это кто у нас? Артиллерия. Артиллерия. Так, артиллерия, артиллерия. Нет. Не трогаем артиллерию. Дальше. Так, кто у нас? Не понял. Ага, танки. Танки, 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 танки. Давайте мы вас пока пополним. Так. И все, да? Да, две части не походившие. Так, что у нас там с покупкой слоты? Один, да, у нас разгромили. Так, пехота. Десантники. Гренадеры. Пехота. Кавалерия, инженеры. Вот инженеры. Так. Не помню, что инженеры там могут делать. Ладно, все, конец войны. А как это, зенитчики? А, да, не посмотрю. Просто. Так. Так. У нас 4 пехотных полка здесь целых. Давайте сейчас мы охват такой будем выполнять. Так. Так. Так, ну а вы пока здесь, наверное, встаньте. Так, что у нас? Кавалерия. Кавалерия у нас здесь с укрепрайоном ничего не сделает. Кавалерии мы пошлем вот сюда. Так, танкисты. Ну, а что? Так. Вот, мы охват сделаем. Так, и ударим с тыла. По гаубицам. Так, зенитчики у нас не работают по земле. Так, давайте вы. Ах ты, гаубицы как встали, это не... Не очень хорошо гаубицы встали. Так, танкисты у нас сейчас... Танкисты у нас отлично.
красавцы. Так, и давайте зенитчиков, наверное, вот сюда перебросим, чтобы они не захламляли нам путь. Так, во, мы пополнить можем. Отлично. Пополнили мы нашу авиацию. Так. Это у кого? Ой, давай-давай-давай, срочно на аэродром. Улетай, сейчас мы тебя там и пополним. Так. Сейчас мы... Так, артиллерия нам ничего сделать не может, да? Так. А что тут у нас авиация? Может работать, нет? Так. Ну. Танки у нас, чтобы больших потерь не несли. Так. И мы забыли еще про... Блин, забыли про... Самоходчик. Так, инженеры. Что делают инженеры? Вот мне интересно. Что они делают? Понятно, что они делают. Так, пехота у нас. Так, 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 так. У нас тоже все. Это все сложно. Так. Так. Мы установим сейчас над ними такое. Баражированием. Так. Отлично. Так. Это у нас кто? А, инженеры. Так. Так. Гренадеры. О! Отлично. Так. Все, здесь мы, по-моему, уже все. А, пехота. Пехота двигается. Пехота у нас двигается. Так, здесь у нас что? Здесь у нас мы походили, здесь мы походили. Так, кто у нас остался? Артиллеристы. Ну, артиллеристы не стоят некрасиво. Вот здесь им не надо стоять, на самом деле. Потому что у них снижаются от этого боевые свойства. Но... Так, ладно. Дальше. Так, а этих мы... Так, их пополнить, кстати, надо. Ладно. Так, все, да? Все, купить мы. Свободных слотов нету. Все, конец хода. Да. Ого, ничего себе бьет, как далеко. Так, ну что у нас здесь творится? Так, давайте. Ага. Сходу вынесем сейчас артиллерию. О, даже отступили, красавцы. Так. Так. Отлично, откинули мы вражескую артиллерию. Напрочь всю. Так. Так. Так, вот здесь у нас затык такой получился. Так, что у нас тут с аэродромом? Мы можем аэродром взять? О, отлично, мы можем аэродром взять. Так. Так, мы можем взять аэродром. Так, что у нас тут? Давайте давим, давим, давим их. Прессуем их,
Рисуем, ребята. Так. Не, погоди, ты стой. Так. Там киста у нас перебрасывается сюда. А у этих снарядов нету. Все. Кино конец. Так. Так. Так, пехота. Так, гренадеры. О, отлично. Подходите сюда, ребята. Давайте. Так, кого мы вышибем? Давай. Так. Так, артиллерию мы пополним. Так. Ну что? Остатки. Так. 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 Ага, вот, отлично. Давайте. Так. Привлечем танки к штурму города. Все, выбито, да? Отлично, и фатальный удар. Все. Сделали мы их тут. Так, что у нас здесь? Вот здесь. Так. Ну что, давайте пехот, конницу на переправу бросим. Отлично, так. Так, ага. Так, что у нас дальше? Кто у нас еще есть не походившей части? Ага. А, нет, ну это вы там стоите. Так, это у нас кто? Гаубица, да? Давайте. Так. Ну вы здесь. Так, кто у нас еще не походил? Так, самолеты. Так, у вас проблем нету, да, я так понимаю, ребята? Вот за ними надо следить, конечно, вот за этими частями. Так, давайте. Так. Пополняемся. Отлично, пополнились. Так. Так, здесь вы. Еще есть-то? А, инженеры. Я вот не знаю, зачем, честно говоря, инженеры нужны, что они дают нам. Так, это у нас кто? Танкисты. Так, пополнили мы им снабжение. Так, этим зенитчикам мы до численности доведем. Ага, летчики, летуны. Так. А что у вас? Что у вас такое? Так. Блин, а у вас боеприпасы кончились, да? Так. Ну, а вы здесь стойте. Так, все. Конец года. Так, 8-24 ходов. Так. Я, кстати, не помню, какой у меня режим сложности выставлен. Так. Так, ну что, ребята, давайте, наверное. Надо вынести гаубицы вражеские. Так, вы. Полевую артиллерию вынесли. Так. Это у нас. А, это вот те, которые отошли. А, от города отошли. Ну, это, ребята.
тебя это все равно не поможет, я хочу сказать. Так, а вот еще есть, да? Так, а там-то у нас все, да? А, нет, фото, вот оно стоит. Ничего, сейчас мы... Так, давайте, где у нас там аэродром? Срочно на аэродром. Так, а вы у нас... Ну, вот тоже здесь пополняйтесь, короче. Так. Так, танкисты. Так. Ребята, вам давайте пополняем боеприпасы. Так, инженера вы можете... А, о! Давайте сейчас мы инженерами их... О, бедные вообще куда-то забились-то. Так, ладно, давайте их сюда. Так, а вы... Погрузка на железнодорожный транспорт. Наземное подразделение находится в городе, которому железная дорога, его можно погрузить на транспорт. Ага. Не, вы давайте это добейте. О, все. Другое дело. Так. Так, 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 так. Так, что вы тут можете? Давайте. Так, здесь у нас что? Зенитчики. Зенитчики здесь роли у нас не сыграли, на самом деле, никакой. Так, противотанкисты. Так, противотанкисты. Так, танкисты. Вы сюда. Так, что у нас еще осталось? А, пехота, пехота, пехота. Так, гренадеры. Так. Так. А вы давайте, наверное, пополняйтесь. Так. Все, здесь мы все закончили. Кто у нас еще не похоронил? А. Не, давайте... Не будем город атаковать. Так, летчики. А, летчиков можно подключить, поработать. Так, давайте он сюда. Так, еще есть непоходившие части. Это кто? Артуха, да? Не, сюда мы не будем перебраться. Вот сюда мы перебрасываем. Тьфу ты, елки, полчаса они с города атакуют. Упорная оборона. Ну, сейчас они, по идее, уже не должны броситься. Все, друзья, давайте. Конец хода. Не бросили все-таки, но серьезного ущерба они уже не могли нам нанести. Так. Ну что, друзья. Добьем артиллерию. Где вы там? Так, стоп, давай-ка. Так, вот это у нас, давайте, охват сделаем отсюда. Так. Так, 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 давайте, наверное. Снитки повыбьем. Так. О, зенитчики опять у нас отходят. Так.
сюда. А вы сюда. Свежий пол, вели бело. Так. Ну, здесь они серьезно сопротивляются. Так, ну давайте попробуем здесь не пробьемся. Ах ты, черт, я же забыла, что там. А, ну тем не менее, кстати. Кстати говоря. Ну мы давайте сюда вон. В лесочек пока зайдем. Так. Так, здесь у нас шансов нету. Здесь аналогично. Так, давайте сюда поближе. Или у нас полные. Полные баки. Давайте. Давайте тогда, я не знаю, нанесем удар. Куда? Куда мы нанесем удар? А, во! Пока артиллерия тут у них отошла, мы сейчас ее и уничтожим. Зенит. Все отлично, супер. Так, вывели мы из строя врагов. Так, всех. Здесь мы продолжаем издеваться над противником. Черт, а вот этих бы... Так, стоп. Так, давай, вы вылетайте он сюда. Так, а у тебя, во, а у вас как раз же кончилось, да? А вы на пополнение. Отлично, все. Так, что у нас теперь дальше? Артиллерию мы переправляем. А, тут-то, а здесь же эти еще в котле сидят. Ну, мы сейчас гренадерами их выйдем. Так, ну, шансов у них, я считаю, нет. Ну, однако, обороняются они очень неплохо. Но у них кончились... Так. Но у них кончились все... Припасы. Все. Друзья. Отлично. Так. Так, кавалерийский полк перебрасываем сюда. Сюда танкисты. Так, все, забрали мы себе. Так, танкисты. Здесь у нас этот. Так, давайте тоже перебрасываемся сюда. Зенитчики. Хотя вы нам вообще-то уже и не нужны, но тем не менее, ладно. Так. Так, разведка. Все, все походили. Никого нету. А, нет, вы не надо атаковать. Так, это кто у нас? Ага. Так, а вы у нас? Все, конец хода. Черт. Однако. Так. Ну что ж. Так, давайте. Стоп, сейчас мы вас на аэродром уведем, у вас там все, все израсходовано. Так. Так, работаем зенитчики. Так, где у тебя все, нет? А, все, вот у тебя. Давай. Вы на... Далеко отрывать их нельзя, в общем, я так понимаю. Так, давайте
Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо-то как. Плохо. А, о. Отлично. Так, здесь у нас что происходит? Здесь у нас... Так. Пополнимся. Так. О, отлично. Кавалерия, круши артиллерию, давай. Не сыграла. Не сыграла, блин. Артиллерия зенитная нам ничем здесь, к сожалению, не поможет. Так. 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 Отходите, да? Так. Инженеры. Так, 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 так. Так, пехота. Так, разведка. Пополнение. Так, что у нас не похоронили? А, вот эти не похоронили еще. Так, еще кто остался? Летчики. Летчики. Давайте просто господство в воздухе обеспечиваем. Так, это у нас кто? А, тьфу ты, господи, все забываю про этих. Так. Не, вы висите здесь. Мне вас убрать некем. Так. Все, да? Конец хода. Продолжается долбежка. Вот эти укрепленные пункты брать очень проблематично. Ох ты, кого они нам вынесли вообще. Ой. Так, ладно. Так. У бетонов горючее кончается, да? Так. Так, так, так. Ой-ой-ой. Ага, все. Отлично. Так, ну и давайте добиваем этих. По идее. Так, это у нас кто? Пехота, да? Так. Пехота. Так, это у нас... А, этих пополнять надо. Так. Гренадеров, вам нужно лучшее подкрепление. Так, какие только можно поставить. Так, здесь у нас что? Вот. Так. Так, так, так. Что у нас здесь? Танкисты. Пехота. Это у нас то пехота, да? О, отлично. Отлично.
Отлично, ребята. Так. Так, а здесь наверху что у нас творится? Так, кто у нас полнокровные? Вы давайте атаковать будете. Так, отлично. Какие упорные-то, а? Все. Захватили. Опа. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Так, кто не походил у нас? Это что у нас такое? Кто это у нас не походил? А, зенитчики. Зенитчики у нас не походили. Так. Летчики. Летчики. Так, летчики. А, это у вас все нормально, да? У нас. Правда, опорному пункту это у нас вообще что такое? Не-не-не-не-не. У нас. Бункер. Понятно. Так. Так. Ага. Переправляемся. Блин. Как бы вас тут побьют же, ребята. Так, все. Конец хода. Конец хода. Да. Вынесли нам горно-егерскую часть. Полк горно-егерей. Убедительная победа. Обзор поля боя. Сохранить повтор. Так. Ну, собственно, на этом все. Здесь, правда, заставки вот не показывают, к сожалению. Сейчас, секундочку, может покажут. Так, добавить еще одно окно. Так, захват окна. Нет, ерунда полная. Полная ерунда. Так. Экрана, подожди, стоп, захват окна. А, вот, убедительная победа. Вот у нас убедительная победа. Обзор поля боя. Ну вот, собственно говоря, мы овладели всеми укрепленными пунктами противника, городами, аэродромами. И потери у нас... А, ну здесь не показывает. Два слота у нас освободилось. По идее, эти войска у нас должны теперь дальше как-то перейти в следующую. Так, ну на этом, собственно, все. Спасибо. С вами был Волк.